тема нашого сьогоднішнього ранку – рекламна пауза. І саме для цього, для того, щоб з'ясувати, який вплив має реклама на свідомість людини і що вважати вдалою рекламою, ми запросили нашого гостя знайомтеся, рекламіст Павло Деменський. Доброго вам ранку. Здрасте. Я рада вітати в нас у студії. Зараз дуже багато політичної реклами, реклами товарів, послуг тощо. Що ж таке реклама і що, в чому полягає робота, власне, ваша, як рекламіста? Ну, реклама – это целый комплекс каких-то действий, событий. Собственно говоря, это может быть все, что угодно. Вот, работа рекламиста… Тут не только рекламный ролик, а плакат. Если рекламисту заказали, задачу поставили, чтобы вот повысились продажи какого-то товара, а он пошел в подвал, постучал в бубен и повысились продажи, он сделал свою работу добросовестно. Вот, то есть абсолютно не важно, что делает рекламист, важно результат. Ну, то же самое не важно, что делает доктор, важно, чтобы пациент выздоровел, правильно? Вот, то есть вам лечить или вылечить, да. Это такие философские категории и запытания. Очень точные, да-да-да. И все ж таки, что такое реклама и какая ее мета? Ну, цель рекламы... Розважити, може, розважити людей, подивитися, щоб ми посміялися. Многие считают, что цель рекламы – это информировать людей о новых товарах. Это такая вот наиболее мягкая, скажем так, такая как бы восприятие этого процесса. На самом деле ничего подобного. Все-таки повысить продажи товара. Будем честными. Да, да. Ну, либо если это политическая реклама, то повысить количество голосов. Ну, в принципе, те же, та же продажа товаров, только другими немножко путями. Вот. А информировать, не информировать, нравится товар или все против него, ну, важно, чтобы вы начали покупать. Вот и все. И вот что, справді, может реклама настолько вплинути на людину, на суспільство, що підвищити вартість якогось товару, попит. Или продажи ненужных товаров, да? Так, ну, к сожалению, непотрібних, або кандидатів, наприклад, політичних. Ті, якщо людина була проти цього кандидата, ну вже через рекламу вона його полюбить. К сожалению, совершенно однозначно, что современная реклама настолько влияет на потребителя, что люди зачастую покупают товары, которые, ну, им в жизни, наверное, вряд ли необходимы сильно. А что касательно политической рекламы, приведу пример из американской практики, когда были выборы президента, выбрали как раз Обаму. Джон Маккейн имел 49% голосов получил, а Обама получил 51% голосов. Но давайте подумаем, за кого бы проголосовали американцы, если бы не такое обстоятельство, что у штаба Обамы было примерно в 10 раз больше рекламный бюджет. Ничего себе. Да, и это, ну, это я увидел в двух художественно-документальных фильмах. Документы я их не видел, но, судя по всему, это, наверное, правда, раз об этом вот так вот говорят. То есть, все-таки количество, ну, денег, потраченных на рекламу, и количество рекламы влияет даже на выборы президента США. Вот, почему? Потому что там тот, кто... У кого не хватает денег на рекламу в определенном штате, он здесь просто ничего не проводит. Там ни одного фотографии его нету, ни одного выступления его нету, если у них нет реклам, денег на рекламу в целом штате. И именно по этой причине Маккейн чуть-чуть не добрал голосов. Но у него десятикратно отличался бюджет в отрицательную, да, в другую сторону. Ну, мы сегодня нашим глядачам будем показывать еще зразки такой цікавої, креативної реклами. И вот перед вашим приходом дивилися, как Евросоюз закликав прийти на выборы дуже такими креативными роликами. Їх да, я успел посмотреть как раз. В интернете. И все одно явка в багатьох країнах була не дуже високою, незважаючи на те, що там цілий цикл. Ми показали тільки один ролик, а там був цілий цикл і доволі такі кумедні, цікаві. Вчора я з групою людей якраз обсуждав цю проблему, чому не ходять на вибори, причому люди, чим, ну, моложе, тим менше ходять на вибори. Тобто рекламісти про це теж турбуються? Ну, звісно. І як-то от прийшло в голову така річ, що якщо б, допустим, молодим людям можна було встановити якесь приложення на телефон, ну, с андроидом или там айфон, где они могли бы участвовать в принятии решений, хотя бы как опрос, как консультация, чтобы существенно влияло на окончательное принятие решения, где-то могли бы участвовать в каких-то предварительных отборах, выборах,
то, наверное, они бы и в настоящих выборах больше участвовали. А так вот эту бумажку заполнить, крестик поставить, положить в урну, они просто они не понимают, зачем вот эти странные методы, когда мы деньги уже платим, просто сидя на пляже и с телефона друг другу деньги переводим. А тут голос избирателя нельзя, видите ли, так взять. Вот. Ну, наверное, понятно, почему это делается, но все равно. Молодые люди, они современные, они быстры, а вот тут эти выборы, голосовать, а потом сидеть на каких-то комиссиях, они именно в политику не идут по этой причине. Вот, что не понимают, зачем такой вообще метод. Складності. Да. Вот эти старинності всі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте, який вид реклами можна вважати найбільш ефективним? Реклама на стовпах, телевізійна реклама, радіореклама. Чи є у вас якісь підрахунки? Ну, количество. Самое главное – это количество каких-то уверенных контактов потребителя с тем посланием, которое рекламистом или рекламист вместе с клиентом составил. То есть количество напоминаний. Потому что один экземпляр рекламы, он какого бы ни был размера или там качества, он ну, сработает хуже, чем миллион экземпляров, но совершенно низкого качества, но главное, что его миллион раз повторили. То есть количество играет роль. А тот уже метод выбирается, наверное, ну, где есть такое в рекламе понятие «узкое место». Знаете, вот как речка проходит между двух камней, там наибольшая скорость потока. То есть вот узкое место, и важно выбрать, где наших потребителей находится больше всего, в каком месте. В этом месте каким-то образом им можно протранслировать рекламу. Тогда она будет эффективна. То есть есть просто методы. Поняття, як ефективно. А спосіб, ну, так, всі хороші методи. І, мабуть, ще раз на яку категорію розрахована реклама, так? Якщо там продаю ну, козу, то на стовпах буде. Може бути і ефективно, да. Ще краще где-нибудь, ну, в пригороді, на пригородному автовокзалі, тому що в місті коз люди не держать. Хоча от я живу, в общем-то, в Октябрьському, можна сказати, в місті, но у нас там коз держать в частному секторі, так утром просипаєшся, пение петухов, там, мучання коров, там, они череда, все. Ні, ну я просто з власного досвіду, я бачила таке оголошення. Продаю козу. В центрі міста, так. Ага, ну, інтересно, хто так купив, так, наверное, козу. Так, цікаво написано було, і я просто собі держать думаю. Держать на балконі, на Советській. Так, думаю, на кого розрахована ця реклама, наскільки ефективно було це рекламне оголошення. Ми говорили з вами про вибори і про різноманітні рекламні такі штуки щодо виборів і залучення молоді до виборів. А зараз інтернет вирує просто дуже багато таких звернень. Підготували таку цілу серію рекламних таких виборчих можна плакатів. Да? Ми зараз їх подивимося, і зараз наші глядачі побачать на екрані, бачать героїв популярного зараз телесеріалу «Ігри престолів», якщо я не помиляюсь, так, за і у них вже підібрані і герої цієї реклами, і гасла цієї реклами, і дуже так влучно хтось постарався такі зусилля на благо суспільства направити. Ну, як ви можете навірно пояснити ось такі появу подібних роликів? Це відторгнення цієї політичної реклами, це така кумедна якась реакція, це нормальна реакція чи це ненормальна реакція? Чи може краще людина б взяла б віник і позамітала на вулицях? Ну, смотрите, здесь, по-моєму, нет никаких оскорблений. Вона дуже така шуточна, з юмором, ця реклама. І, наверное, это так называемый, ну, как в интернет сейчас называют, хороший термин троллинг. То есть это подначить, чтобы стимулировать. То есть это, так сказать, такое в легкой, мягкой, юмористической форме высмеивание некоторых подходов к рекламе различных. Причем там, вот я так понял, представлены ну, почти все политические такие вот партії. Я шукала дуже приблизно можна якісь аналогії привести. Да, дуже да, ну приблизно, так, щоб ніхто, але все ж таки зрозуміло, що це пародія на політичну рекламу. Так, да, ну з другої сторони, це привлекає внимание тих, хто знає, що це за герої. Однозначно їх втягивает, хотят или нет, в политический процес. Идти на выборы в качестве кандидата, в качестве, так сказать, избирателя. И, ну, наверное, можно это считать полезной социальной рекламой.
То есть это по-настоящему полезная социальная реклама, которая может как минимум увеличить количество пришедших на вибори. Ну і якщо політичну рекламу на телевізору, коли починається реклама, то прагнуть вимкнути або переключити на інший канал, якщо її особливо занадто багато перед виборами, то таку рекламу навпаки всі лайкають у соціальних мережах, переглядають, сміються, дивляться. Ну да, так. Діло в тому, що взагалі іскусство реклами мало кому удається зробити таку настоящую комерційну рекламу, яка буде ще і смотрібельна з удовольствием. Ну, звісно ж, коли у нас Джеймс Бонд едет на каком-нибудь автомобиле, и там, в общем-то, виден логотип, или еще в Советском Союзе Штирлиц ехал на Мерседес, который удаляясь, там такой вот логотип Мерседес, то, конечно же, эта реклама, она смотрибельна, но, наверное, очень дорога. И, конечно же, нанять такого актера или такой сюжет целый снять, чтобы увидели эту рекламу, ну, дороговато. Вот. Ну, хотя я думаю, что выживет в будущем только та реклама, которая будет настолько же интересна, как и нерекламные продукты. А вот скажите, пожалуйста, чи може людина, яка веде свою справу або хоче якось прорекламувати себе, сама зробити собі хорошу рекламу? Конечно же, да. Конечно же, может. Как минимум, очень хорошо, когда заказчик рекламы начинает этот процесс сам. Во-первых, он вынужден подумать, что он хочет опубликовать. Он пытается разместить какой-то текст, он пытается какую-то последовательность действий составить, потому что он хорошо знает своего покупателя. Ну, так или иначе, покупателя своих товаров, работ, услуг. Но как на каком-то финальном этапе, перед тем, как показывать широкой общественности то, что он сделал, лучше все-таки обратиться к рекламисту, чтобы рекламист из того, что он вот подготовил в качестве эскиза, сделал настоящий современный продукт, где не будет грамматических ошибок, где, так сказать, будет, ну, рассчитана подача лучше, потому что от содержания рекламы зависит ее эффективность. Или там 10 человек положительно на нее отреагируют, или при тех же условиях там 1000 человек. Это большая разница все-таки, а деньги будут одни и те же потрачены. То лучше, конечно же, чтобы, ну, специалист все-таки ее подготовил. Ми з вами ще на початку розмови сказали про те, що рекламісти мають чимало методів для впливу на людину, на свого, на широкий загал. Буквально в двох словах, за одну хвилинку, чи можна дати поради, як захиститися від агресивної реклами? Это только на уровне, так сказать, ощущений. То есть, если не нравится содержание, ну, не смотрите его. Вымыкаете телевизор. Ну, переключайтесь, звук выключайте. Всегда есть примерно посередине пульта там кнопочка, если это телевизор. Вот, либо не смотрите рекламу, так сказать, какую-то визуальную, будь то в журнале, будь то где. То есть, только на уровне ощущений. Потому что полностью защититься от воздействия рекламы, наверное, невозможно. Нужно где-нибудь залезть высоко на гору, отключить все средства связи и... И то, как говорится, мимо пролетит какой-нибудь самолет с транспарантом там, рекламы, вот, или там воздушный шар. То есть защититься от воздействия рекламы нельзя так же, как и защититься от воздействия людей вокруг. Рекламу делают люди, которые хотят продать свой товар. Вот, любой первый, так сказать, человек, который кричит на базаре «купите мои пирожки», это самый первый метод рекламы, и, наверное, ему там миллионы лет, вот, что «купите мой товар». То есть базарный крикун, как ты от него защитишься? Уши не закроешь, ты идешь по базару, руки заняты. Невозможно защититься от рекламы. Другое дело, что, конечно же, нужно каждый год, каждый день совершенствовать механизм, так сказать, качество этой рекламы, добросовестность рекламы. Ну, это уже до рекламистов. Да, да. Дякую вам, Павло. Гарної вам рекламы, але хорошего выбора. Спасибо.